Дело в том, что я как-то сюда зашел, вот, очень сильно порадовался за деятельность этого павильона. Я вам просто говорю, что необходимо прийти и посмотреть, что же здесь такое. Сейчас объясню, как это делается. Это выход, получается, южный. Вот, универсал Магнит, Альбатрос. Заходите сюда. Вот он, 59-й павильон. А теперь мы зайдем вовнутрь, и я вам покажу, что здесь есть. А есть здесь практически все, причем за очень дешево. Я бы попытался объяснить, но не буду это делать. Просто вам скажу, что если что-то надо, то это точно здесь есть. Вы возьмите все, что представлено в городе, и запихните в один павильон. Что не получится, а здесь получается. Я просто не понимаю как, но все для дома хозяина здесь есть, как и все для автомобилиста, как и все для рыбака, как и все для садовода. Не верьте? Да проверьте сами. А так вот, пока Ваня камеры водит, я вам расскажу, что здесь есть и в каком количестве. И в наличии, естественно. За моей спиной замечательные тенны. При этом тенны в ценовой категории от 130 рублей до 250 рублей. То есть тенны просто в халяву для вас. Вот это вещи очень необходимые. Да? Тут можно и шланги прокачать. Вот. А еще этими вещами, да, вот такими, можно заменить все ваши охлаждающие коллектора в двигателе, понимаете, да? Поставил, что-нибудь собрал. Кстати, здесь есть вот, в действительности переходники тоже. Какой вам угол, и это тоже можно собрать. И все, опять же, очень-очень дешево. Как и баллоны для горелок, всех. Как и отопители для любого гаража. Как и светильники, и опять же, для любых заведений и мест. Как и водонагреватели и средства подачи воды из источников. Как тенны, а это вообще отдельная песня. И шланги, и переходники, и естественен выбор рукавицы на рукавников. В общем, все круто. Да кто же мне сказал бы, что такое место бывает? А есть такое место. Я специально залез туда, куда вы тоже можете зайти, вот, чтобы посмотреть, сколько здесь товаров. В реальности здесь товаров не просто много. Я вообще не понимаю, как все это можно было запихать в одно. Перечислять не буду, поймете сами. Вот. Те самые вещи, да, переходники, да вот они. И вот это. И это все для вас. Вот. Хомуты. Помните, да, был такой разговор у нас про погружные насосы. Вот. И это все. Пожалуйста, для вас клей всяких. Во. Пен. Немерено. Вот эти штучки. Тоже. Посмотрите размеры, да? Надо вам 1,5 метра, и 1,5 метра сделают. Надо чуть поменьше, без проблем. А сколько здесь электродов? Вот оттуда и вот до сюда. Все. Вот. Чем ли это нехорошее место, то? Помнится, я вам как-то говорил, что в городе в большом количестве представлены различные магазины. И дело-то было на другом рынке. Здесь, конечно, есть такие дела. Но чтобы в месте, где есть все, был начат другой магазин, я бы и не понял. Но это есть. Итак, вот он, павильон номер 48. Нет, конечно, товару здесь не столько, сколько в том самом месте из двух гаражей. Но для полива и для сада, а также для сантехники, отопления здесь есть все. То есть мысля очевидна. Ну, мало места. Пришлось расшириться. А русский человек, что это такое? Русский человек, без разницы. Россияне все, даже не то, что россияне, граждане страны Советов. Что это такое? Это люди, которые знают, из чего можно сделать. Я вообще не понимаю, для чего нужны прокладки, допустим, да? Когда все это можно сделать из паранита или металлоазбеста. Представляете, да? Вам говорят, что у вас на иномарке что-то рухнуло. Я, конечно, понимаю, что дешевле все это сделать на eBay, но дешевле этого не получится. Вот, особенно вещи такие, переходнички, да? Так вот, естественно, у них есть токарные станки. И они могут выточить и маленькую фигнюшку, причем цена-то вообще халява. И вот такие штучки. Знаете, для чего эта штука? На комбинат приходят кубометровые там такие штучки, я не помню, с чем. Вот, и для чего, ну, по-моему, для травления, да? Из них выливается дело, потом эти вещи продаются.
Но вы же не сможете потом никаким образом ее использовать. То есть каким образом там можно сделать, представляете, размер резьбы. Здесь делают, опять же, все в халяву. Я понятия не имею, но такое случается. Вообще, как бы раньше говорилось о том, что если рынок рядом с рынком, с центральным крытым рынком, то цены какие-то абсолютно бешеные. Я сюда захожу и вообще не понимаю о том, что вы в центре города Магнитогорска держите, ну, просто дешевые цены, и товара-то очень много. Это почему? Ну, цены дешевые, и потому что ассортимент высокий. Есть практически все. Так же, как мы можем делать и на заказ токарную работу, продаем также токарный инструмент. Покажите, какие-то. Есть также сверла разные, с конусным хвостовиком, с цилиндрическим, диаметры от самых маленьких и до самых больших практически. Фрезы. Ну, найти можно все в одном павильоне. Зашел, можно также нагревательные элементы любые, что тены, что электрообогреватели в виде пушки отопительной разных разной мощности, от, скажем, от 3 кВт и до 24 кВт на 380. Более 200 видов кабельной продукции. Розетки, автоматы, выключатели, лампочки как энергосберегающие, есть также лампы накаливания. А еще у вас есть замечательные светодиодные лампы, да. Показывают цену. Цену покажи, пожалуйста. Вообще непонятная цена, там 550 получается, 10 ватт. И самый дорогой, ну я не знаю, там это, насколько ли это дорого. Которые идут с одним глазком, они угол свечения 130 градусов, то есть рассеют для освещения площадок. Где много точек, у них угол освещения 60 градусов, то есть это ставится в длинные коридоры, если надо длинный коридор осветить, они... Больше пучок сужается. Есть также светодиодные лампочки разных мощностей, ну, разной мощности. Ну, энергосберегающие, светодиодные лампы накаливания. Цоколь есть маленький, средний, большой, любые цоколя. Чаще всего люди, чтобы подобрать, берут с собой образец, потому что видов очень много лампочек. И это еще, конечно, абсолютно не все виды, которые бывают. Это самые ходовые, самые часто используемые в быту у людей, которые стоят в светильниках, там, в подвесных потолках, ну и так далее. И будем надеяться, скоро у нас будет замечательный R80. Будут, конечно. Если кому-то нужно будет количество, скажем, у 10 штук, ну, что лампочек, которых нет в наличии, но есть характеристики, там, мощность, тип цоколя, можно, конечно, заказать и на заказ. А теперь скажите мне, как вы все в этом деле разбираетесь? Я вообще понятия не имею, то есть пространство небольшое, то есть это, ну, всего два гаража. Таких 3 на 6, а товаров-то очень много. Как вы? Товара много, ну это тут уже опыт. Так сказать, опыт, потому что работаем давно на рынке, работаем более 10 лет, и постепенно этот ассортимент, то есть с каждым годом увеличивался, поэтому знаем практически все, что есть и где оно есть. Так вот, здесь есть все, абсолютно все. Я специально взял в руки шлангочку, вы видите. Для чего эта шлангочка? Для всех автомобилистов, потому как шланга здесь много. И даже для любителей серьезных автомобилей, больших, вы можете шланги не заказывать, здесь все это делается, здесь вы все просто покупаете для себя. Вот. Во всем остальном даже слов нету, просто придите, посмотрите, тут реальности. Павильон номер 59, как зайти сюда? Да очень просто, с южного выхода первый проход.